В областном клиническом кожно-венерологическом диспансере развернута лаборатория для анализов тестов на COVID-19. До выполнения анализов по коронавирусу здесь проводили различные виды сложных исследований на ВИЧ, гепатиты и другое. Процесс исследований максимально автоматизирован. Проводится на специальных тест-системах для ПЦР-исследований. Необходимость, всем понимаем, да, в сложившейся ситуации на сегодняшний день. Вот, поэтому мы привлекли также свои силы и средства для того, чтобы развернуть на базе нашего диспансера, помимо имеющихся исследований, и вот эти новые исследования на COVID-19. Мазки на COVID-19 мы будем принимать круглосуточно. Лаборатория запланировала на текущий момент до 100 тестов в сутки. Разработаны алгоритмы доставки биоматериалов и алгоритмы работы структурных подразделений диспансера, закрепленные приказом главного врача. Исследования будут проводить медики клинической лабораторной диагностики, специалисты, обеспеченные всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и ДЭС-средствами. Таким образом, на данный момент в Рязани анализ на COVID-19 проводят 3 лаборатории – областного клинического кожно-венерологического диспансера, центра гигиены и эпидемиологии и консультативно-диагностического центра Рязанской области.